Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Peugeot 407 2005 года выпуска, двигатель 1.8 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 235 тысяч километров. Заменю на нем масло в коробке. Поднимаю автомобиль, снимаю защиту и сливаю масло. Поднял автомобиль, снял защиту. Снимаю вот эту перекладину для удобства работы. Головка на 18, 4 болта. Все, теперь до сливной пробки добраться легко. Вот у нас сливная пробка, открутим, а то получается масло будет сливаться прямо на перекладину. И откручивать неудобно, и перекладину выможем. Откручиваю вот эту пробку, немножко ее очищу. Пробка на 21. Ставлю тазик. Пусть стекает масло. Пока масло стекает, беру нагнетатель и заливаю в него масло, потому что заливать буду через него. Через него удобнее. 2 литра масла мне должно хватить. Здесь еще где-то 200 грамм на остатки масла. Масло буду использовать Эльф 7580. Номер для заказа идет 194 757. И переливаю. И также вторую банку. Поймал, не убежала. Закрываю. Масло стекло, здесь немножко еще очистителем обезжирю. Пробку, как и была она на герметике, ее также герметиком и намазал. И закручиваю на место. Перетягивать не буду, чуть-чуть подтяну. Сбоку откручиваю заливную пробку. Здесь насколько? На 19. Thank you.
идет туго, тоже на герметике. Ну, так точно, на герметике. Резьба мелкая. Вставляю трубку нагнетателя. Что-то здесь какая-то интересная конструкция. Ну и заливаем, пока не потечет через эту пробочку. Побежало масло. Еще маленько. Все. Сейчас лишнее масло сбежит. Все, масло основное сбежало. Маленько так еще подбегает, но я пробку закручиваю. Также смазал ее герметиком. Вот и все. Масло залил, смою вот эти подтеки. Прикручиваю на место траверсу. Притягиваю ее, ставлю на место защиту. И на этом замену масла в коробке я закончил. Всего вам доброго.